Алмаз Ахунджанович, у меня есть предложение к президенту и кабинету министров. Вчера мы отмечали День защиты прав детей, и видно было, что этот день нужно сделать выходным нерабочим днем, праздничным днем, потому что у нас очень много политических праздников, но мало семейных праздников. И я считаю, что в Трудовой кодекс нужно внести изменения и объявить 1 июня в качестве нерабочего выходного дня. Большая просьба рассмотреть это на заседании Кабинета министров и дать свою позицию. Если нужно, я хоть завтра уже законопроект готов опубликовать на общественное обсуждение.